Какая-то странная надпись. Пошила, пищеля, пушля, пошила. Бог, чуть не выбросил, смотри. Всем привет. Это Кактус и Крон, и мы продолжаем играться в игрушечку под названием Астронин. Значит, напомню, в прошлой серии мы прилетели только на эту планету, на нашу. На которой мы родились, на которой мы, точнее, приземлились. Во. Чтобы сделать вот этот космический аппарат здоровый. Теперь, значит, мы что? Мы ищем ресурсы для того, чтобы построить. Смотри, у нас мы медь нашли. Мы построили угольную вот эту херню. Как и. Ой, смотри, там еще уголечек есть. Значит, это у нас этот генератор угольный. Так. Это мы его туда захерачили. Теперь нам нужно построить. Это что было? Теперь нам нужно построить электропанель. Ой, солнечную панель. Солнечная панель, нужно соединение две штуки. Блин, а я хотел жилище построить. У меня два соединения есть. Ветротурбина? А зачем нам жилище-то? Ну, чтобы там поставить, чтобы у нас там уже база была. И домиком, чтобы она, если на случай улетишь, чтобы было видно домик. Ну, давай, да. В принципе, да, есть одна дырка для жилища. А это как у солнечной панели, можно пока, в принципе, отсюда стащить. Ну, я отсюда вообще бы ничего стаскивать не хотел бы. Ну, тогда сейчас накопаем. Чё, потому что, смотри, нужно алюминий накопать. Вот это надо, а это бур нахер. Вот, батарея нам нужна точно. Литиум, хрен мы найдем литиум. Ну, что, ладно, короче... А у нас вроде тут есть литиум. Нету. А, нету. Давай, ладно, короче, знаешь как? Давай, действительно, делаем солнечную панель, там всего лишь соединение надо на нее. Отойди. Давай жилище делай. Делаем же. А вон еще одно соединение, что ты? А, нет, это не соединение, это энергия. Ну, сейчас хожу за соединением. Так, не поставить бы его на землю? Давай, вот сразу херач. Вот сюда херач. Вот сюда. Да, давай сюда. Так, и нам нужно... Смотри, а на нее еще можно прикрепить, на жилище. А склад на нее можно прикрепить? Ну-ка. Не. А вообще на нее можно крепить что-нибудь? Ну да, кислородный баллончик можно крепить. Ну, только, видишь, вот только маленькое что-нибудь можно крепить. Бля, склад, давай вот сюда, вот. Ты ж ёбушка. Во. Фу, отпустил, нет. Фу, отпустил. Значит, нам тогда что нужно? Для склада одна дырка есть, солнечная панель. А для солнечной панели... Соединение. Соединение. Пойдем за соединением. Оно где-то уйдет, прям рядышком было. Мимо него пробегал. А, и еще пока мы стартанули, нашли динамит. О, да, кстати, смотри, у меня вон, во. Во, видишь, динамит. Он даже не переведенный, прикинь. Сейчас я попробую что-нибудь рвануть им. Так, это смола. Сейчас в какую-нибудь шахту спустимся и попробуем рвануть. Ну вот какая-то шахта. Не, ну в нее я не хочу спускаться. Так, а мы не умрем? Умрем. По-моему, да, по-моему, умрем. Ну ладно, еще на полтиннике просто разворачиваемся и сразу в это. В смысле, на полтиннике? Забежим. Я уже все разворачиваюсь. Ты что, ты меня бросил, да, пидор? Да, у меня уже, ну, последние соки выжимаю. Вот тоже, да, вот так вот, напарник. Вон кислород есть справа. Беги направо. Подышишь. Ладно, я сам его заберу. Нет, теперь ты к нему бежишь, да? Да, ты подышал, молодец. И тебе немножко оставил. Да ладно, давай. Да. Так, а вот здесь где-то... Вон там, по-моему. Соединение. Ладно, ищи соединение, я на базу, потому что мне все равно вот этих крапуль, которые ты мне оставил, не хватило ни хера. О, я еще одну нашел. Кислород? Нет, батарею упавшую. Нафиг пока с этими упавшими батареями. Да, кстати, Сашка писал в комментариях то, что надо эти строить, как вот, дырочки.
и в эти дырочки складывать ресурсы. Нихера, Сань, смотри, короче, ветром это ничего не сдувает, а сдувает только этими камнями. Это наоборот, Сашка говорил, что, говорит, ничего там ветром не сдувает, не парьтесь с этими... Да, вот. Я говорю то, что ветром, да, ветром не сдувает, но зато, блин, херачит камнями. Если камешек попадет в эту всю груду, которая у нас там будет нашпигована, как шпроты в банке, тут они такие фейерверк устроят, это как то, что самое динамитом куда-нибудь швырнуть. В конфетти какую-нибудь. Так что все мы правильно делаем, мы ресурсы складываем туда, куда надо. Да, и Косик нас с Новым годом поздравлял с наступающим. И поздравлял тебя, брат, тоже с наступающим. Да, спасибо ему тоже с наступающим. Говорит, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говорит, классно, всё, вы его странировали. Я помру. А нет, вот кислород, вот кислород. Давай я тебе помогу. Я под тобой сейчас дырку выкопаю. Это каким образом? Как? Просто выкопу под тобой дырку и все, и ты выживешь. А ты где? Вот рядышком. А я тебя не вижу. Где ты? Где ты есть? Да ты что, ты не видишь вот эти столбики-то? Какие столбики? У меня на вот, голову есть столбик? Вот, вот вижу, да. Сейчас вижу. Вот это что? Топливо, да? Гидрозин, да. Ну вот нафига ты инвентарь сбиваешь, говном? Пошли, я надыбал соединений. Надо нам все-таки лететь же уже на это, на нашу экзотику. Да, кстати, у нас же там база-то. Будет. Ой, я покакал топливом. Двумя штуками. Че мне с динамитом делать? А, кстати, а почему у нас динамита нет? Почему мы его не исследовали? Так мы этот динамит нашли на каком-то трупачке. Лежал в пещере трупачок. Мы на нем нашли. Я нашел. Думал, это твой инвентарь, а это не твой. Да, но как тут солнечную панель. Говорит, ко мне, говорит, да? Беги, говорит, я тут твой инвентарь нашел, а нихера, и ты был не мой. Так, значит, у меня еще есть. Значит, смола нам нужна, да? Так, а че я уголь таскаю? Так, а это что у нас? Так, это органика. Органика нам не надо. Ну что ты уголь, вот, давай на склад, вот. Так туда... все, сделал солнечную панельку. Туда еще и медь пойдет. Так что медь нам пригодится. Больше у нас нету, да? Больше у нас нет. Что у меня еще в инвентаре? Гидрозин. Вот, а давай. Может, это как прямо и оставим на корабле эту солнечную панельку? Зачем? Чтоб с него заряжалось? Ну да, может, все равно все включен будет. Так, давай, это... иди проводить это у меня взрывные работы. Две батарейки, вот у меня еще две меди. А, у меня давай, одна меди. Знаешь, куда подкопаем? Вот, смотри, беги ко мне. Так, это органика. Вот эта штука. Не влезает? Сейчас я под нее подкопаю. Вот, ты туда положишь и бахнешь. Куда, давай. Все, кладу. Давай. А как его бахать-то? Ну, не знаю. А, вон, смотри, вот. Стрелочка на нем. Еще подожди, я подальше отойду. И все? И все. И без бдыщ-бададыщ-будудущ. Зато смотри, какая ровная поверхность. Кстати, да. Она по перфекту ровная. Ладно, полетели. О, муж, динамиты, знаешь, что можно было сделать? Че? Твердую породу сломать. Надо было проверить на твердой породе. А у нас тут нет ее. Ну ладно, может, мы динамит сейчас изучим. Так, а еще одна дырка у нас для чего осталась? Да, для ветряка. А, точно, ветряк. А для ветряка нужен алюминий. А вот алюминия у нас нету. Для ветряка нужен этот. Как его? Алюминий. Да? Ага. А, не для древетряка, для склада, вот. Ветряк-то нам нахер пока там не нужен. Во.
Все, мы укомплектованы. Все, да, пойдем сохранимся и полетели. Наш баганутый кораблик. Тут их, кстати, два стоит, прикинь. Это тут не один корабль, их целых два. И видишь, вон я тоже не могу снять эти колпачки с него. Бляха. А вот Кроныч может, да, пиздюк. Не говори. А вот я, а поставить обратно не может, да? А, нет, поставил. Все, я сохранил, давай полетели. А, стой, подожди, давай инвентарь-то забьем по срачке. Чем? Ну, не знаю. Вот у меня, допустим, есть две батарейки. Так, ух, одна медь. А, ну вот я могу органику взять. Нет, органика-то не на кой хер. Органику да. Я не возьму. Вот на, я лучше на возьму. На соединение. Блин, а вот эта штучка не догорает, да? Ну вот, давай я гидрозин взял. Два гидрозина. Во, знаешь, что возьму? Антенку. Во, да, не надо. Зачем? Ну и что, я ее там поставлю где-нибудь. Зачем у нас солнечная панель? И еще будет крутиться вот эта панелька. Она будет быстрее заряжать. Какая панелька будет крутиться? Да ну вот эта антенка, вот смотри. Вот эта. Махонькая такая, ну как она тебе да. Крутится там будет? Ладно, вон давай. Вон она, смотри, она одну батарейку дает. Все, я полетел. Я тебе сейчас полечу. Так, я на место капитана. Я же главный. Опа. Нам же еще место найти надо, где у нас там это. О, залез. От винта. Вот этому комплектовались. Как еще через атмосферу. О, смотри, а он даже тут заряжается. Заряжался бы он топливом тогда, ну. Так, еще раз вверх. Такая ванна. А это ты уже на этой? Знаешь что, давай тогда полетели на радиоактивную. А с радиоактивной она быстрее крутится. Она долетим до этой. Давай. Ты капитан. Корабля. Закрывается, открывается. Он там машет крылышками, как бабочка. Так, а мы на радиоактивной были? Нет, не были. Мы на нее даже не ступали. Может, ступим? Да не, что-то неохота. Да, неохота. Что-то пока мне на радиоактивную. Ну, смотри, она тоже цветная. На пустынную бы надо. А на пустынной там все такое же, только эти постоянные ветра, да? Наверное. Ну, сейчас мы наизучимся на этой. Так, а что нам надо там построить? Принтер, да? Да. А хотя у нас там же есть какая-то кусок базы. Сейчас надо это есть, все есть, найти дело, найдешь. Да. Это дело спрощу найти надо. Во, смотри, почти достал. А, вон он, экзотика. Это та тундра. Во, на тундре мы точно не были. Ну там точно ничего интересного. Почему? Ладно, летим на экзотик. Не ломаем наши планы, а то, блин, вечно мы так. А, давай, бать, сделаем вот это. Да, давай сделаем. Ух ты, смотри, вот это что-то новое и все. И сразу все наши планы похерачились. Не дело. Так, вспоминай, где мы. Откуда я знаю? Вот здесь, по-моему, прям сразу внизу. Или вон там справа. Вон там точно да. Справа, да? Нет, по-моему, вот тут внизу. Вон там справа. Да нет, внизу. Там у нас справа. Там зеленое поле рядом. А, да, у нас же там зеленое, мы же туда взлетали, пересаживались. Ну и ладно, смотри, вот здесь какой ровненькая месичка. Ага, и бесконечная это тут. Кто? Как ее зовется-то? Смола. Где? Да вот, прямо рядом с кораблем. У меня не видно. Да ты гонишь. Ага. Ну-ка вылези, Пакеш. Сейчас подожди, только я залезу обратно. Во. Да вот же. Вот. Тебе не видно? Нет. Вот, смотри. Ну давай.
А что-то не собирает. Вот, это тебя просто глюкануло. Блин. Баги зато, на багах. Зато смотри, я уже камень нашел. Ну что, перезахожу тогда? Я потому что камень не вижу. Не-не-не, если ты перезайдешь, ты что, дурак? Ты будешь на планете, на главной. На земляной. Ну давай тогда поищем наше место. Да ладно, я вот тут смотрю, уже нашел, смотри, как штучки. Вон, зато смотри, корабль рядом. Ну, корабль я вижу, а ты вот тут не видишь эту органику? Нет. Вот тут прям подо мной. Не было. Блин, а как же ресурсы-то будем собирать? Вон энергию вижу. Во, уголь рядом. Это же уголь? Разбитый корабль. Смотри, вот эту штуку, которую изучить можно. Во. О, это круто. Да и вот эту штуку изучить можно. Какую? Вот, неизвестный. В этих щупальцах. Да. Вот. Да-да-да. Вот это, наверное, что-то поднять можно. О, смотри, там медь, алюминий, литиум и органика. И еще и кресло, да. Кресло, ну, кресло нам нахер не надо. Ну, лам, пойдем. Давай тогда тут обоснуемся. Давай. Пойдем тогда поставим. Давай вот здесь тогда где-нибудь сразу поставим этот, чтобы не эту площадку занимать. Только они у меня тут ходят медленно. Тут ветер, что ли, какой? Или что? Может быть, да. Вон впереди ресурс вижу. Так, а ты что не подконнекчивайся? Во. Что ты делаешь? Я думаю, это я выравниваю. Это я не выравниваю ни хера, да? Вот, сюда вот низинку спускаешься. И вот здесь начинаешь выравнивать. Ой, кончилась энергия. Надо, знаешь, что? Надо столбик поставить. Да как ты выравниваешь? Ты я там ровную поверхность подготавливал, а он какие-то эти. Как? Во-во-во, я смотри, я стою прям на ровной, вот этой вот. Во, давай с нее. Давай ровней. Нормально равняет же. Блин, можно было бы, знаешь, что еще размер кисти бы делать. Опа, что-то началось, смотри. Где она? Да, вон на нас торнадо бежит. Смотри, давай укапываемся вот здесь вот где-нибудь, куда-нибудь вот так. Зачем укапываемся? Вот у нас самолет есть, самолет сядет. Ну, точно. У меня паника. Бля. А где это? Фургат. А, вон она. Вот она. Какой здоровый это. Планета большая. Во, смотри, сейчас какая-нибудь хуйня полетит, ты сразу увидишь то, что вот эти вот штучки наши будут сбивать. Найденные. Если, конечно, полетит. Во, смотри. Вот если она сейчас попадет в эту штуку, смотри, они сейчас поедут. Вон они справа, видишь, у нас внутри штуки валяются. Блин, не попали еще, нет. О, видел, пошевелилось. Да просто надо вон скинь вот ресурс. А я не могу раскладывать, нет ресурс. Почему? Ну а мне жалко ресурс терять. Сейчас его как ушпинделит куда-нибудь в космос. Да что физика такая. Блин, и надолго это не погода. Кстати, да, может тут они дольше не погоды. Непонятно. Во, смотри, видишь, он покатился. И вот если просто вот этот камень в кучу попадет, это прям просто жесть будет. Фейерверк такой сразу получается, потому что и это толкнет эту, и, короче, там получается вообще полный жопа. Во, нормально. Ну, давай, тут что-то взорвалось. Реально, что-то взорвалось, я что-то слышал, что бабахнуло тут. А вот яма, это что? Это я копал со страхом.
Блин, вот, по-моему, ровная поверхность. Да вот, смотри, вот. Надо просто немножко было вскопать. Вы еще выше? Нет, вот она, видишь, вот, вот ровная поверхность. Да так? Ты что делаешь? Камешек мешал. Ну и все, и давай вот тут. Давай, ставь эту хэ. Блин, сейчас, мы сейчас опять поднимем базу на черт знает какой уровень. Почему мы ее наоборот не поднимаем, мы ее наоборот закапываем. Мы же вот сюда будем развиваться, вот где, вот сейчас вот. А, ну, вот, так... вот эта сиреневая херня. Ну тогда давай. Давай, тащи дом. Чего дома? Я не умею его ставить. Ты ставишь. Я тогда его пробовал ставить, у меня не ставилось нихера. Ну попробуй, сейчас, сейчас получится. Я в тебя верю. Но. Так, давай, давай, давай. А я его снять не смогу. Почему? Потому что ты его ставил. А, нет, смотри, снял. Тут. Тут. Да хорош, давай. Ты не копай. Опа, видишь, не поставился. А, ну не поставился, вон над домом, видишь, пипка? Ну? Ну, тыкай на нее. Вот. Ой, а что-то он как-то вниз укопался. Ну, давай попробуем заровнять или вот с этой части. Не, нихера. Он это... Не-не-не, оставь ее внизу. Чего? Вроде нормально. Где? Ну вот. А у тебя получилось, да? Да. Только и энергии нету. А потому что батарейка нам не работает. Так, а уголек на... Во, у нас уголек есть, давай, ставь. А раскапывай штуку. Поставим на нее дизельный генератор угольный. Так, а в какую бы сторону лучше бы... Давай лучше вот сюда вот. Вот в эту. Так, а у меня смолы нету нихера. Рюкзак полон. Как так-то? А чем он у меня полон-то? Органикой, он не видишь, он что ли? Да, органикой. Ладно, давай я туда пока сюда выкинем. Мне органика пока не нужна же. Оп. Смолу забрали. И еще вот сюда вот. Давай разравнивай вот сюда вот. Да не могу, кончились батарейки. А, у меня же, смотри, у меня же органика есть. Давай, поставь ее. Что ты ем, ты все время копаешь? Че, опять ветер дует, да? Нет. Нет, но он дует. Да, блин, как у меня быстро кончается. Давай, равняй. А я что по-твоему делаю? Ну, я имею в виду, построю эту штуку, я генератор поставлю. Ну и ладно, давай вот так вот сделаем. Не так, чтоб много, не так, чтоб мало. Дай. Ну. Ну, точнее, чтоб не так, чтоб ровно, и не так, чтоб криво. Чё ты машешь органикой? Не так, чтоб много, не так, чтоб мало. Чё я за хуйня, блин, говорю? А вот здесь у тебя есть ресурс какой-то? Да. Малахит. О, да, это и этот. Ну вот куда ты его сейчас накопаешь? Куда ты его денешь? На склад положу. С-
Склад у нас там занят. Нет, вон две дырки у нас там есть. Так, ладно, вытягиваем. Вот сюда вот. Ставь. Кого? Генератор? Лучше бы солнечную панель. Ну, солнечная панель сейчас не заряжает. А что-то он не ставится. Ближе подойди. У тебя руки-то не долгоруки же, во. Во. Так, а здесь, значит, мы ставим... Все, креплю уголек туда. Уголек креплю? Нет, зачем? Блин, а у меня смола одна. Да, у меня смолы больше нету. Где ты, говорил, смолу нашел? А с обратной стороны тоже смолы нету? Да, и с обратной стороны смолы нету. Ты где-то находил смолу, да? Да вот она тут, но она не добывается у тебя. Вот где у тебя вот эти вот шарики лежат. Они у тебя лежат все вокруг этой штуки. Блин, фигня-то, а. А, вон там смола была. А, нет, там не было смолы, да? Блин, нам потому что исследовательский надо ставить. Ладно, пойду, знаешь, куда? Пойду вот так вот сбегаю. Поищу смолу, вон энергию собери. Энергии ты мне зачем? Ну ты же тебя жалуешь, у тебя энергии нету ни хрена. Во, я нашел, по-моему, смолу. Да, смола. И большой, я большой, кстати, сгусток. О, вот, смотри, вот уголь. А. Во, да, уголь собирай, уголь, собирай уголь, а я смолу. Ой. Так, где там энергия была? Вон она. Хотя надо уже на базу бежать. Да, и блин, у меня в инвентаре ничего нету. Я побежал. Да, щемим, щемим, это летит. Что-то она тут чаще, чем обычно. Чаще. Может, как и не совсем хорошо. Сейчас меня накроет, по ходу дела. Давай, беги. Давайте тогда место в маленький домик оставлю, а сам залезу в этот корабль. Давай. Все, я уже не могу бежать. А я тоже. О, когда прыгает быстрее. Прыгай. Я залез. О, я залез. Мы выжили! Мы справились. Знаешь, что можно будет сделать? Чего? Забор. Построить стены, да, вокруг этого базы. Хотя на кой хрен заморачиваться? Мы все равно большую часть времени будем проводить где-то черной дыре. Да? Под землей? Ну да, либо в пещерах, либо... И надо было, смотри, у нас все равно же переносная база была. Надо было и сделать тут, выкопаться вниз, и выкопать там большую траншею, и сделать там это. И все. И у нас база была бы чисто там, под этим. И начать развиваться внизу? Да. Блин, а это идея. Ну, на какой-нибудь другой планете, на токсичной. Во, на, да, либо на токсичной, либо на песчаной, так мы делаем. Сейчас мы тут изучалку построим. Нам изучалка, плавильня нужна. А, нам автомобильный нужен. Зачем? Машину построить. Нафиг тебе машина? А, бурить. А, таскать вот эти штуки. Солнечные панели в базе. Ну тогда и кран нужен. Ну да, все надо. Все успокоилось. Так, ух, 5 FPS было, охренеть. Ну, солнечная панель уже работает. Так, и что мы тут изучалку? Вот исследование. Соединение есть? Да? Нет. Есть. Так, я пойду тогда вот за этой штучкой. За кругленькой. Так, я уголь засуну? Да, засуну. Зачем ты? Куда уголь суешь-то?
в эту штуку. Мы же сейчас исследовать будем. А, ну да, она не качает. Странно, вон это какого? Солнечная панель? А, солнечная панель, походу, дело оттуда не дотягивается. Она не переносит, по-моему, оттуда энергию. Почему? Ну, не знаю, не хочет. Знаешь что, смотри, давай я ее оторву. И куда ее? На исследовалку сюда можно поставить? Давай, да, вот можно. Вот. Заряжай. Давай, дави, дави, да. Зарядила, дави. Так, и что это у нас такое? Часть космического корабля. У меня продать платформу. А у меня просто пукнуло и все. Ну чё, давай, иди тогда помогай собирать. Кого? Вот эти штуки всякие. Ну так вот они, тут рядышком валяются же. Ну я ж по одной таскать могу. Нет, они, ну они же рядышком валяются, а ты далеко куда-то пошел. Ты же их вот сюда вот насобирал. А. Красные не, ну, вот эти вот. Я за камнями большими. Так, это ресурс. Кстати, неплохой ресурс. Опять ветер. Тут вот в таких штуках это ресурсы все. Слышь, поэтому нужны эти, как у кубы, там всякие хрени. Камешки? Угу. Желательно ваши квадратики, да? Да, квадратики. А, не, во, смотри, да, во. Ну вот, мы же изучали квадратики. Да они просто рандомно на них дают. А, конденсатор топлива. А у меня просто пукнуло и все. Почему несправедливость такая? Почему ты исследование получаешь, я нет? Не знаю. Ну а до этого я все время не получал вообще. Че? Ничего, тишина. Тоже просто пукнуло? Вообще даже не пукнуло, просто это... Тишина. Не, у меня пукнуло. Давай, строй еще платформочки. У меня и этого нету. Кого? Вот это что такое? Органика. Не видишь, что ли, написано органика. Ну, так это ненужная штука, да? Нет, это органика. Так, а куда мне под это повыбрасывать-то вот это все? А, нет, у меня одна смола есть, смотри. Я могу какую-нибудь эту расширить. Да, вот эту вот сюда вот. Вот так вот, раз. Так, а мне еще надо. Так вот в эту сторону. Вот так вот, раз. Смотри, я ежиков нашел. Так. Один зеленый, другой красный. Круто, отпускай. Может, там смола будет. Давай мне смолу. Не, не смола. Че это, медь? Медь тоже неплохо, да? Но нам надо смола, а не медь. Нам надо сейчас принтер построить. А принтер на кой? Ну как нам тут нужен принтер? О, смола. Так, и теперь надо еще две смолы. Пойду искать. Ну а, что, не, погоди. Че? Столбиков у меня много. Пошли в пещеры. Не-не-не, в пещеры не надо пока. Подожди, пойдем за смолой. А, давай вот это еще изучим. Давай, да. А и ты поднял? Да. Ладно, я за смолой тогда. Не видать. Надо, потому что принтер, нам сюда нужен этот еще, батарею. Ой. Это органика.
А, ну она мне, в принципе, нашел. А то я уже забыл, где он. Ой, все. Кончилось. Да, кончилась смола. А где еще вдали есть? Вот мини-карты тут не хватает, это вообще. И вообще карты не хватает. И мини, и не мини. Ой-ой-ой, чё? Чё, опять началось, да? Да это просто тут ветер, походу, дело гуляет. Мы сели еще на равнине, блин, ни деревьев нету, ничего. О, я уголь нашел. Да он, походу, дело нафиг не нужен. Почему, а как заправлять-то? У-у-у, за кислородом-то я не уследил. Бежим, 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 бежим. А, вот, вот, дом-то и рядом. Блин, это не вход. Я на тебя бежал. Так, а сколько у меня? У меня всего один баллон, да? Нет, там смолы не было? Не. Во, ну я нашел, кажется, пещерку. Да пещерку можно так чисто найти. Вглубь копаешь и все. И первая развилка это будет пещера. Да, пещера. О, кислород нашел, тогда можно вот у тебя покопать. Я куда-то свою антенку просерил, прикинь. Какую? На мне, которая была. Солнечную. Ага. А другой антенки вроде как нету. Не, нифига, нашел какие-то ресурсы, но нифига не. Блин, опять идет это. Так, шторм? Да, летит вон он, скотина. Ладно, бежим. Чё-то как-то часто он тут. Ой-ой-ой, а это ты сохранился? Да. Вот он прям на нашу базу надвигается. Ёшка-матрёшка, я смотри, я, наверное, умер. А ты где? Я вообще в жопе мира. А я тебя не вижу даже. Я не вижу. Ты от упавшего шаттла бежишь? Да. Нет, с другой, вот где ты был. То есть ты бежишь отсюда, откуда буря летит? Ага. Ты прямо сейчас от нее ломишь? Да. Ну это выкопай ямку и спрячься. Какой спрячься, мне кислорода не хватит. Ну ты не разговаривай, не трать его. А кирпичи это не летят кирпичи, не страшно. Ага, вот они. Ой, чуть не попало. Где я? Ни одного кирпича не вижу. Эй, я выжил. Я там туннельчик себе прокопал. Прям почти до самой базы. По тоннелю бежал? Да. И буря кончилась. Ну, сам факт, что я выжил. Надеюсь, что это как у бури будут тут это... А вот может смола, быть, тут есть. А, че? Может быть, тут нет, и не предназначено житие, бытие на других планетах-то. Почему? Ну, потому что этот, как его, скорее всего, просто на эти планеты надо уже прилетать, а жить на другой. Чисто пролетать сюда за ресурсами? Ну да. Да не. За ресурсами, за исследованиями. Да не, что-то так прям вообще как не круто. А мы тут жизнь наложим. Смотри, тут буря за бурей. Нормально, нормально. Выживем. Так, мне еще одна смола нужна. Так, ну я тебе говорю, давай в пещерку окопаемся. Сейчас у меня есть эти два стака этих. Вот тут пуколки. Столбиков. Во, нашел пещерку какую-то. О, это не смола, нихера. Так, ресурс нашел. Так, это органика.
И это не смола ни хера. Ладно. Пойду отнесу это на базу. На базу, на базу, на... Воу-воу, это чё? А, и ты что-то изучаешь? Нет, у меня просто пук был и всё. Блин, а у меня там какой-то черный шарик был. И я мог его это схватить. А я не схватил, дождался, пока он закроется. А чё энергии-то нету? Кончилось. Давай уголь шлепнем. Где он у нас там уголь? На складе. Во. Пошло говнецо по трубам. Надо ветрячок просто еще сделать. Надо, принтер надо сделать. А для принтера вон еще одну смола надо. И потом еще для принтера. Ну для принтера иметь нужна, там у нас она есть. У нас ее хватает. И вот еще медь. Вот, видишь, я сразу медь оттуда достал. Но она бы и так досталась бы. Нет. Да. Там был вообще черный кругляшок, я мог черный кругляшок достать. Ладно, пойдем, я вот сюда бежал. Ну, давай, ты-то беги, а я поисследую, тут деревьев полно. Не надо, так мне не достанется. Так, это соединение. Буду, короче, себе. Короче, вот тут складывать. Малахитом мы тут не обделены, слышь? Малахита тут прям просто жуй, чем хочешь. И пуколок тут жуй, чем хочешь. И пещера какая-то страшная. Вниз уходящая. Ну вот, пещерку я бы залез. Я пещеру люблю. О! Нашел. Кого? Смолу? Да, смола, смола. Ой-ой-ой. Так, это я ее уже выкидывать начинаю. Так. Нам чего не надо? Нам топлива не надо. Я тут пока ресурсы добываю. Ой, все. Все, где выход? Ой, кончился уголек. У тебя уголек, у меня кислород. Фух, хитренка, батонка. Да, больше нету. Ой-ой-ой, пуколка, 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 пуколка. Ладно, тогда пока его нету, на дыбую... А, добежал, добежал, добежал. Так, значит, туда шлепаем еще. Одна смола. Делается платформа большая. И сюда... Принтер, да, мы что, мы хотели принтер, да? Да-да. Да, принтер надо. Так, принтер есть. Теперь что надо? Теперь что, Карл? Так, вот сюда вот куда-нибудь. Блин, ещё, погоди, я... А что теперь действительно? О, а тут не открылось. Неизвестный ресурс? Да? Ну хрен знает, что там было. Что нам еще надо? Нам нужен этот автомобильный хератобина. Ну так это в принтере делается. А, топливный накопитель. А, вот, да, что нам надо? Ветротурбина. А это ты ресурсы нету. Отсюда пособирал, да? Бур нужен. Бур ты ресурсы медь. Пособирал? Да. То есть ты медь пособирал? Батарея. Там? Литиум есть же у нас, литиум, да? На складе. О, один литиум есть, а один я пойду с этого принесу. О, смола еще. Я его сюда поставлю. Засунь литиум. Смола редкая штука. Засунул? А, и это нужно. Печка еще. Печка. Какая печка?
чтобы ресурсы плавить. А, точно, во. Ну что, батарейка, чтобы избытки энергии у нас оставались. Поставим. Я так нихера себе, прикинь, я вагу это, рядом со мной это летело. Я хотел уж сказать, такой нихренашеньки, блишеньки, машеньки. Так, это принтер. Это у нас продать платформу. Это не надо, да? Там вообще не интересно ни хера. Транспортный. Вот нам транспортный блок нужно. Плавильня нужна. Соединение. Да, две штуки. Где у тебя тут соединение? А я вроде больше соединений выкидывал. Вот, две штука. Надо вот эту волосатую штуку подкопать. Так, ну что, готово. Не, там пусто. Так, вот это заравниваем. Во, я нашел ровную поверхность. Но она будет немножко выше, чем наша база. А, точно, смотри, знаешь, почему у нас неровная поверхность получалась? Но. Потому что мы немножко подскось как бы копали. А вот сейчас будет ровно все. Ну и ладно. Давай тогда так не будем. Мне так не нравится. Вот отсюда вот заровняем. Пускай будет немножко неровненько. Зато... Ой. А что такое щелкает? В смысле? А хотя вот, смотри, вот тоже ровно. Ну да, вот да, вот заравниваю, заравниваю. Блин, одно топливо и это. Торнадо идет, да? Вроде нет. Что такое щелкает у меня прям? Прям на ухо мне щелкает. И эти закрываются. Исследовалки. Я исследую и закрываю. О, торнадо. О, да, точно, точно. А где она? Вон она. Так, смотри, вот эти ресурсы туда. Ветрогенератор надо еще. Да. Опа. А, это ты сохранял. Надо еще одну будку, что ли, построить. Я заклевался уже в самолет бегать. Ну так надо же и этот тогда. Ладно, давай тогда на этом закончим. В следующей серии мы будем уже дальше доразвевывать. Хотя не, пускай торнадо пройдет, он уже шумит как пиздец. Как кто. Я даже не могу смысле собраться. Вот выйдем мы из игры, где мы появимся? Тут или на той, на нашей планете? Я тут, а ты там. Да, то есть тебе за мной лететь придется, да? Придется, да. Тогда надо тут как можно быстрее строить топливную этот накопитель. Да, я где-то прям так видел топливо. Да мне хватит, вон смотри, я прям просто децелку отхавал. Так, ресурсы не раскидывай. А кирпичи не попадают. Они там за двумя этими узлами не попадают. Все, кончилось, вылезай. Да, кончилось. Вот кирпич только что врезался в капсулу. Интересно, а можно какую-нибудь ловилку кирпичей построить? А это же органик. Дело летает, да? Не знаю, но это ресурс халявный. Ну да. Пойди плохо. Небо так тыкается, халявный ресурс. Как еще бак не разбило, а? Да как вообще этими кирпичами, блин, не полупало все? А то бак таким крутким выглядит. Во, кончилось. А в трейлере от разработчиков во время бури там сдувало целые базы. Да?
Да. Прикинь, так строишь, мучаешься. Буря прилетела и сдула все нахрен. Может быть, на пустынный или на токсичный, такой может быть. Ну, поживем, увидим. Всем спасибо за просмотр. А что вообще нам надо-то? А, ну в следующей серии мы уже да будем развиваться. Я уже что-то прям с этой бурей, у меня все мысли позвивались-то. Вылетели. Да, выветрились мысли у меня. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.